Всем привет, вы на канале Китайский Бампер. Сегодня обзор на чехлы льдинки для пятерки. Такие вот чехлы, разные цвета. То есть фиолетовый, белый, прозрачный, красный, зеленый. Вот такие массивные, просто силиконовые чехлы обычные. Просто здоровые. Не знаю, кто их будет брать. Офигенно, просто толстый. Толстая резина какая-то, силикон. Прозрачный. Здесь какой-то этот специальный состав. Его можно смыть. То, что грязное. То есть они полностью прозрачные, чистые. Так вот, зелененький вот такой. Короче, не знаю, кто хочет играть телефоном в футбол, вот такой вот чехол подойдет. Вот такой обзор на чехлы для пятерки 5S. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до следующего видео.